Привет, дорогие мои обожаемые подписчики. Мы продолжаем проходить одну из самых душевных, приятных серий последних лет. Uncharted. Ой, так, я не играл в нее порядком пару-тройку. Да как пару-тройку? Почти неделю не играл. Совершенно не помню, что тут нужно делать. Могу сказать, что несмотря на то, что я обожаю эту серию, именно вот эта часть меня уже начинает доканывать тем, что очень много уж экшена, и он очень сложный. Но как бы там ни было, мы нашли Салли. И что же нам теперь делать? Something about these statues. Что-то с этими статуями, он говорит. Давайте посмотрим, что у него в записной книжке. В записной книжке у Дрейка, как правило, ответы на все вопросы есть. Так, видимо, это подсказка. Так, ну, надо посмотреть... так, сейчас, короче, будем разбираться. Сначала нам нужно подобраться к ним, и потом будем смотреть, и в середине у нас, я так думаю, что вот эта штука как-то откроется, может. Ну, короче говоря, их нужно каким-то образом повернуть. Салли живой, несмотря на то, что мы думали, что он погиб. Это отнюдь не так. Так. Хорошо. Вот ты у нас, допустим, что-то у нас такое... Ты у нас дева. Дева это у нас... Нужно тебя повернуть на север, что ли, как-то? Сейчас посмотрим. Okay. Сложно сказать. Сейчас, если я половину серии буду тупить, right. Это будет не очень хорошо. Так, в итоге, короче говоря... Мне бы определить, где тут находится север, юг, запад, восток. Вообще вот эти вот Хок, Джон, Люк. Это надо сейчас разбираться. Люк или Дюк там написано. Так, давайте, знаете, как сделаем? Я думаю, многим интересно будет, конечно, посмотреть на мои размышления. Но, а, вот, смотри, оно же тут показано, прямо на этом рисунке. Где север, где восток, где запад, где юг. Но как бы там ни было, когда я решу эту головоломку, мы продолжим играть. Я просто не хочу вас задерживать и утомлять решением этих вещей. Как бы там ни было, продолжим. Буквально через секунду. Короче говоря, я быстро решил эту головоломку. Нужно было повернуть именно в том направлении, которое написано в дневничке. Так, я не могу посмотреть. Ну, короче говоря, там под каждым рисунком бык, орел, была своя пометка, там North, East, West. Именно в ту сторону нужно было их повернуть. Как видите, вот они в определенном порядке стоят. И, в принципе, все. Довольно просто. Я просто сэкономил ваше время, потому что такие головоломки интересно решать самому, но не очень интересно смотреть, как они решаются. Поэтому, собственно, мы пропустили этот момент. В первую очередь забота о вас, дорогие мои. Так что какие проблемы? Давайте посмотрим, что же у нас здесь такое. Что же нам тут запрятал Дрейк. Ух ты, офигеть. Так, ребятки с факелами, вы бы шли ко мне? Еще одна библиотека. Что теперь? А, тут у нас новая головоломка, похоже, да? Какие-то... Это что у нас? Подожди, нам похоже, you know, что-то опять... Это все выглядит знакомым, говорит. Значит, у него опять где-то это есть в его дневничке, но пока что дневничок. А вот он вылез как раз. Так, прям-таки... Тихо. Что это там такое заработало? А, теперь у нас кат-сцена. Выглядит многообещающе. Here, let me see that. Yeah. Дай посмотрю. Okay. You two sit tight. I'm так, вы двое тут сидите, а я проверю, что там да как. No, эй, ты туда один не пойдешь. Да, здесь люди романы везде кругом. Один человек меньше шума, говорит, производит, чем трое. Вы здесь будете в безопасности, они об этой комнате даже не знают. Рацию ему дал. Будь осторожен. Я всегда. Ну да. Да.
Короче говоря, ребяток мы пока оставили там, потому что одному... Land of the Dead. Земля мертвых. Here we go. Пойдем. Так, ну что, давайте исследовать, что же у нас тут такое. Жутковатая музыка играет. Места заброшенные много столетий, насколько видно. Это какая-то крипта, похоже, что ли. Ну, натурально, Индиана Джонс начинается. Единственное, но что мне персонаж Нейтана Дрейка нравится, пожалуй, даже больше, чем этот старый археолог. Хотя нет, я не могу этого сказать. Все-таки Индиана Джонс — это Индиана Джонс. Ну, Нейтан Дрейк тоже хорош. Очень живой, выпуклый персонаж. Очень проработанный. Так, тут у нас провал какой-то огромный. Что же это такое? Судя по тому, что там оружие, нам сейчас опять придется воевать. С кем нам придется воевать здесь? Если про это место никто не знает, я, честно говоря, затрудняюсь сказать. Тихо. Так, пролез, нет? Но в этом вся первая часть. Враги появляются в натурально самых нелогичных местах. То есть мы прошли через секретный проход, а у них тут, оказывается, обычный есть какой-то. Так, подожди. Да, тут уже кто-то побывал. Пошли, поехали. Блин, я забыл, насколько быстро тут убивают. И опять я в численном меньшинстве. Так. На кой хрен нужно было вообще... Что-то я кашляю сегодня. Искать этот секретный проход. Твою мать, начинается. Но зачем нужно было искать этот секретный проход, если здесь уже все открыто, все исследовано давно? С логикой у авторов определенные проблемы. Да ваша мать. Так, я сейчас, похоже, опять подохну. Помру. И вообще не я. Тихо. Ты посмотри. Блин, да хватает этот дробовик. Тихо, не падай. Ну, вот, ну что же он делает? Что-то, блин, разработчики натурально не знают меру в экшене. Так, ты умрешь уже, нет? Отлично. С шестой попытки у нас получилось более-менее. Не могу сказать, что меня это радует, потому что... Ну, блин, ну так нельзя, по-моему, просто игры делать. Я не знаю. Я не хочу придираться. Я в целом эту игру люблю, но слишком много экшена, слишком много. Так, может, все-таки с этим побегать? Или на закрытых пространствах будет лучше дробовик? Не знаю, давайте лучше М-ку возьмем. Так, патронов к ней. Патронов что-то где-то потерялись. Ну да ладно. Так, куда мы идем? Нормально, так я спустился в подземелье, в котором никто не был, и сразу же нашел себе проблем. Нормально, так откуда они тут взялись, совершенно не объясняется. Ну как бы там ни было. Двигаемся. Тихо. Судя по тому, что здесь укрытие опять, мне опять придется, похоже, воевать много. Да. Да, это настоящая проблема. Похоже, сверху откуда-то будут стрелять. Ну, красиво, да, помещение? Офигенно просто. Такая католическая церквушка, можно сказать. А еще в этой части очень глазастые противники. То есть я сейчас побегу, если выбираться, то меня, скорее всего, заметят. Хотя никто на данный момент сюда не смотрит. Вот. Успел. Отлично. Пока что в стелсе. Блин, ну вот как увидели? Так, тихо.
Вот тут будет получше, конечно, укрываться. Хорошо. Пока что укрытие более-менее надежное. Если только оттуда сейчас откуда начнут появляться, это... Тихо. Это будет печально. Давай, подходи поближе. Так, минус один. Блин, еще один бежит. Скотина живое. Так, давай. Минус один. Отлично. По идее, похоже, что они там так и засядут. И выбираться отсюда не будут. Придется мне к ним идти. Что под таким плотным прицельным огнем может быть не самой простой задачей. Ну да ладно, справимся, ребят. Не впервые, да? Может, при этом, конечно, в процессе раз 500 умрем, но пройдем. Так, ну что, братка, ты что-то далековато, я не уверен, что я с беретки тебе смогу попасть. Давайте от того закроемся хотя бы. Да, падай, падай. Блин, все над головой идет. Ладно, ушел. Ну там один, похоже, остался. Да откуда ты взялся, пузан? Хорошо. Так, сейчас толстячок ко мне побежит. Нужно не давать ему это сделать. Как только он вылезет, моего... Да смотри, я же мог... Ну, или не попал. Ладно, как бы там ни было. Вроде бы, ну, пока что все. Тут нас не ставят в безвыходное положение. Ты смотри, еще идут, похоже. Где они? Так, вот одного вижу. Сейчас он спрячется, и мы сможем как раз-таки... Подожди. Где они? Они надо мной, они в углу. Обходят. Так, ну ладно, с этим вроде нормально. Я, конечно, не знаю, как такая трухлявая деревянная скамейка защитила меня от гранаты, но да ладно. Главное, что я живой, а они не очень. Берет это тащит, да, согласитесь, стреляет она крайне неплохо. То есть очень высокая точность, при этом небольшой разброс. Это меня радует. Так, ну что, еще одну волну на меня выкинете, нет? А то я все еще живой. Давайте еще человек 50. Так, подожди, что-то про это было, говорит, у меня в дневничке. Два колокола звенят в гармонии. То есть синхронно нужно как-то им позвонить. Я, по-моему, помню это место, нет? Так. По-моему, мне нужно выстрелить в тот колокол и одновременно ударить в этот, и тогда у нас будет счастье. Давайте сначала осмотримся, пока никого нет. Да чего красивые места? Так, здесь у нас никаких ништяков не запрятано. Ну и ладно. Так, ну-ка, допустим. Так. Да, точно. Помню еще, как ни странно, такие места. Блин, да чего же я обожаю эту игру? Несмотря на всю ее, вот тут единственная игра, вот убитый натуральный экшен. В остальном же это, по-моему, просто один из идеальных кандидатов на роль современного заменителя Tomb Raider. У нас, говорит, все зацепки. Изображал Салли. Как бы там ни было, Дрейк не понимает, как вообще они вытащили отсюда эту статую. Так, ничего, спрыгивать, что ли? Там вроде как вода внизу, нет? Ой, блин, я сейчас убьюсь, по-моему, нет? Я даже не вижу, есть ли лестница. Если она сейчас оборвется, я просто упаду. А, это не вода, понятно. Что-то мы вообще куда-то спустились уже в катакомбы. Кстати говоря, очень напоминают они... Откуда? All right.
очень напоминают Dark Souls. Блин, тут везде эти ребята. Так, ладно, спасибо тебе, Берета. Пока что Берета выручает. Вот здесь не помешал бы дробовик. Но теперь-то мне его, скорее всего, не дадут. Так, патроны. Для М16. Давайте пока тратить, пока дают. Окей. Блин, еще смотри. Ну хотя бы на таких расстояниях бы. Ну что происходит, мать вашу. Так. Хорошо. Я, кстати говоря, извините, что вначале говорил, что тут как-то хедшотов нет, что ли. Хедшоты здесь есть, просто нужно уметь их ставить. Пока я научусь это делать, уже игра закончится. Ну что поделать? Я не ворошиловский стрелок. Оп-оп-оп! Да, неплохо так вшатал ему. Так, у нас, похоже, дорога туда только. У них тут натуральная экспедиция, похоже, была. Похоже, нас ждут прыжковые упражнения. Интересно, а тут они как пробирались? Никакого альпинистского сооружения здесь не видать. Они, видимо, телепортировались просто. Хотя, может, и кто-то не было. Ладно, разберемся. This is completely unacceptable. Это неприемлемо. А чего ты ожидал от меня, Роман? Моих людей тут убивают. Я не верю, что один человек убивает твою армию. Это не только Дрейк, мать твою за ногу. Я тебе говорю, этот остров проклят. Хватит. Забирай своих придурков и иди. Эй, ты не можешь так со мной поступить. Ты мне должен. Ты должен поделиться со мной золотом. Ты уверил меня, что Дрейк будет захвачен, и остров будет зачищен. Поругались, короче говоря. Мы закончили, мистер Раджа. Кинули Раджа. Непереводимая игра слов. Ругается. Напомни мне, зачем мы наняли этого идиота? Well, you get what you pay for, I suppose. And what about you, Navarro? Что насчет тебя? Ты стоишь тех денег, которые тебе плачу? Хранилище здесь, я в этом уверен. Если Салливану можно верить... Но ему нельзя. Он знал, что его убьют, если он будет лжать. Он знал, что мы убьем его, если найдем сокровище. Ему не было повода говорить правду. Нужно немного времени. Слишком много проблем. Уверяю, Эльдорадо стоит того. Лучше бы этому быть правдой. Раджу, короче говоря, не кинули. Но, по крайней мере, с гопниками, я думаю, проблема решена. Теперь Раджа со своими гопниками уйдет отсюда? Или нет? Останутся только люди Романа. Но они, надо сказать, посерьезнее. У них посерьезнее оборудование, они более слаженно действуют. Как бы ни началась война между ними. Хотя нам это могло бы быть на пользу. Блин, совершенно не помню эту игру. Непонятно, что же убивало людей Раджи. Если он говорит, что моих людей здесь просто убивают. И не только Дрейк, этот остров проклят, говорил он. Так, хорошо, это чья-то гробница. Не будем беспокоить. Пусть покоится с миром.
Так. Нет, показалось. Хорошо. И мы выходим на улицу. Ну что ж, я думаю, сейчас будет много... Тихо, подожди. Я же полностью поднял. Все хорошо. 15 глава. По следу сокровищ. Так, вон там я вижу какую-то веревку. Нам, видимо, на нее нужно будет забраться. Давайте сначала посмотрим, что у нас здесь. Почему-то вот именно две игры, которые я сейчас прохожу, это Dark Souls и Uncharted, они очень похожи. Стилистически, графически, вот эти вот крепости, замки. Прям так и думается, что сейчас вылезет какой-нибудь Таурус демон. Так, ну тут похоже ничего. Ладно. Давайте осваиваться. Вообще поступает предложение сделать не одну серию на полчаса, а две серии по 20 минут. Ребята, если вы хотите, отпишитесь. Я, в принципе, в силах это сделать. Это не намного больше по времени. И если вам будет удобнее смотреть такие короткие серии, почему бы и нет? Это мне тоже будет в плюс. То есть канал живет за счет просмотров, как вы знаете. За две серии, понятное дело, просмотров будет больше. Поэтому... отпишитесь в комментариях, те, кто смотрят эти серии, интересно ли вам такое предложение, две серии по 20 минут, или все же одна серия по полчаса будет для вас более предпочтительна. Потому что две серии по полчаса я просто физически не успею. Сейчас вообще очень много всего происходит. Но твою мать, как ты мог? Короче говоря, вот такие дела. Интересно ваше мнение по этому вопросу. Если что, то я запросто сделаю со следующей недели. Такие дела, короче говоря. В общем, небольшой опросик. Посмотрим. Мне, в принципе, и так удобно, и так удобно. Единственное, что две серии неудобно выкладывать, потому что... Блин, допрыгивай уже. Потому что нужно подгадать, чтобы... первая серия загрузилась раньше второй, при том, что они, как правило, идентичны по размеру. Поэтому приходится убивать больше времени. Но оно того стоит. В принципе, не знаю, посмотрим. Так, да, в этот раз не падай по непонятной причине. Ну, короче, давайте-ка я выключу запись. Ладно, в итоге мы забрались... Я не знаю, почему он не хотел в прошлый раз. Ну, это первая серия. Тут все еще достаточно не отточено. Как говорится, первый блин. Несмотря на это, она очень крутая. Очень многие моменты именно во второй части доработали, а третья, в принципе, работает по большей части на наработка второй. Отличается от нее только локациями и сюжетом. А так, в принципе, это та же самая игра. Так, мне как вообще, что мне делать сейчас? Просто спрыгивать, он зацепится, я надеюсь. Ну, давай. О, молодец. Так, теперь куда мне идти? В эту сторону он целиться не хочет. Да вниз, что ли? Ой, блин, как неохота падать и умирать, а? А, ну ладно, вроде нормально. А, и пошло-поехало сразу, без подготовки. Типа, подготовиться к бою? Не, я не слышал. Так, ребятки, у меня еще вот такой подарочек для вас есть. Дохни, дохни. Так, все? Или там еще кто-то остался? Ну ладно, тут я был в более выгодном положении. Нейт, ты слышишь меня? Салли, я тут кругами хожу. А мы здесь книжки читаем. Здесь, похоже, какая-то секретная галерея есть наверху церкви. Сможешь туда добраться? Да, думаю, смогу. Ну тогда свяжись со мной.
когда доберешься, сказал нам Салли. Все-таки очень хорошо, что Салли не предатель, потому что он растил Нейта с ранних лет. Как нам показывает история третьей части. Третью часть я играл не так давно. Как играл? Я половину играл. Половину у меня играл знакомый, я краем глаза посматривал под пивко. Хотя я пивко редко пью, но вот тогда вот весь Uncharted мы прошли под пивко, как говорится. Собственно, поэтому многие моменты будут практически слепое прохождение третьего Uncharted, да. Но в основном, конечно, третью часть я видел. Так, ладно, мы опять в этой церкви. И где-то наверху здесь... Какая-то галерея секретная есть. Осталось ее найти. Так, что там по времени-то у нас? Утка. Утка какая-то похожая на приспособу для выкуривания всяких курительных смесей. Так, мне тут идти нет. Очень не хотелось бы падать и потом полчаса бегать. Вообще, я тут, по идее, вроде как был. Давайте-ка осмотримся еще маленько. Я не хочу просто сейчас забежать куда-то туда, где я уже был. Потому что там была дорога куда-то еще. Но здесь у нас, очевидно, обрыв. Сюда мы не попадаем. Так, тут у нас спуск, я понимаю, на первый этаж этой башни. Ой. Сложно сказать. Так, это у нас что там такое? Скорее всего, мне сюда, да? Ой, только не упади, Дрейк. Подожди, а не нужно ли мне? Нет, мне не нужно. Мне нужно вот сюда, похоже. Я, честно говоря, не знаю, куда идти. Тут, похоже, несколько развилок. Поэтому могу и заблудиться. Так, ладно. Давай, 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 братюнь, давай, давай. Подожди, я ж тут был. А, и теперь мы на другой стороне. Сейчас будем разбираться. И тут я был. Я тут везде был. Знаете что, ребят, давайте-ка... Нам, похоже, он туда. Давайте-ка мы на этом завершим эту серию. Следующую я начну ровно с того места, когда пойму, куда отходить, потому что ныканье по углам — это не самое увлекательное зрелище. Короче говоря, надеюсь, вам нравится так же, как мне. Оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.